Здравствуйте, друзья. Вот я вам показываю первую распечатанную коробку с тиражом наших книжек. Там есть еще одна маленькая, в ней было всего 4 книжки. Я вот их специально вот так выложил, чтобы вы видели, что высота коробки – это 4 книжки. Так что вот в одну коробку помещается всего 16 наших книжек, и пришло их 100. Должно было бы быть 200, но пока что пришло 100. Я вообще не знаю, не контролирую, как это все происходит. Мне сказали, что до 23 февраля должно прийти. Сегодня 19 вроде, да? Или завтра 19? Сегодня 19. В общем, короче, пришло вот так и пришло. Ну, приятно. Что же, значит, я теперь могу начать отправлять призы тем, кто участвовал в нашей викторине. Потому что я из-за отсутствия книжек не мог начать этого сделать. Вот мы на следующей неделе займемся. А вот это, друзья, вы видите остатки тиража. Они тут у меня на скамеечке лежат возле входной двери в наш дом. Я их сейчас сгребу и заброшу себе в офис. Вот такая история.